что вот так вот пытаемся пробиться сквозь волны Wi-Fi непонимания. Женю Чертенкова чуть-чуть взяли, показали. Ну, у нас впереди еще, помимо сегодняшнего, еще целых 3 дня, поэтому я думаю, все наладится, все будет еще лучше и интереснее. Есть что показать, есть о чем поговорить. Это самое-самое главное. Вот, я вижу, уже начали подключаться. Знаете, если здесь походить по выставке, то здесь можно увидеть разные интересные вещи. Вот, к примеру, сейчас. Вот здесь такие вот интересные у нас на выставке, друзья мои, вот такие вот забавы. Да, забавные забавы. Кто бы сомневался, флагман. Так, а ну давайте рассказывайте, что здесь происходит. Здесь происходит кастинговый турнир. У нас турнир есть... прям. Вот так вот, да. Значит. Турнир. Очень тяжелая борьба идет за призы. Очень сложно попасть, оказалось. То есть 3 попытки, проб нет. Надо попасть хотя бы раз. Ну и гарантированно приз. Поэтому... Пока что статистика такая, что люди еще не натренированы, сезон только начинается, поэтому я думаю, к осени будут попадать 80%. То есть это каждый, кто хочет, может прийти и попробовать. Да, да, зарегистрироваться, да? И подойти. Ага. Так, вот смотрим, что случилось. Произошел перехлест. Офсет открылся. Ловим на офсете. Коряжник большой. Поэтому... Так, сейчас вот это вот поподробнее. Дорогие друзья, я приветствую вас. Вы в онлайн-стриме на телеканале Трофей и в группе Фейсбука телеканал Трофей Стрим. Сейчас объясните нам, вот, пожалуйста, вот что, нас... куда надо попасть, что надо сделать. У нас есть 3 мишени, они подписаны. Первая, вторая, третья. То есть у нас есть 1 попытка на каждую мишень. Начинаем с 1-й мишени и дальше 2-я и 3-я. Угу. То есть одно попадание из 3 там гарантировано силиконовой приманки. Подарок. Подарок, да. Ну, хороший подарок. Два попадания, это термокружка или чехол под телефон. По очереди мы регистрируемся и участвуем. Ага. 3 попытки это. 3 из 3. Да, это рюкзак. А кто-то выбивал? Пока что еще нет. Ну, я думаю, будут сегодня люди. Пока походят, потренируются, я думаю, попадут. А скажи правду, Чертенков лично дистанцию эту отмерял или сам пробовал? Ну, лично не знаю, но кто-то отмерял по ГОСТам. А ГОСТы какие? Ну, мировые какие-то ГОСТы по кастинговым турнирам. Ага. В прошлом году был ГОСТы, такой, можно сказать, рам. Детский вариант. Была 1 мишень с ячейками. На разных дистанциях находятся мишени. То есть первую, ну, по идее, проще попасть. Я понял. Друзья мои, вы знаете, здесь никто с ума не сошел. Если вы подумаете, что здесь вот действительно нет воды, так ее здесь и нет. Но тем не менее, люди стоят, смотрите, жадно берут в руки удочки и начинают просто... с практически таким, знаете, азартным, звериным оскалом пытаться попасть и сделать хоть один какой-то правильный бросок. Потому что, ну, понятное дело, все же хотят. Ага. Ну, в общем, могу сказать так, что, в принципе, это забава больше, мне кажется, для детей. Забава может быть больше, конечно, для детей, чем для взрослых. Но, тем не менее... Скажите, пожалуйста, вы сколько сделали сейчас бросков? Первый. Первый и что, и ноль, да? Да, есть замечания. Как, конечно. К чему? Потому что тест 6 грамм, а спиннинга тест до 6 грамм. О, парируйте, если можете. Тест удилища включительно до 6 грамм. Используется. Смотри, попал и отбыло. Используется приманка без загрузки, поэтому здесь все четко, в пределах теста. Если вот так вот. Нагрузка... Смотри, вторая попытка уже ударена. Надо подтекать. О, смотрим выставку с Херсона, друзья мои, класс. Да,
Как там у вас в Херсоне? Снег выпал, потому что в Киеве творится что-то ужасное в этом смысле. Тут не 1 марта, а такое ощущение, что у нас вот 1 января. Все ходят румяные такие, знаете. Так, ну что, продолжаем ходить и смотреть, что же интересного есть у нас на выставке. С флагманом мы уже разобрались. Ну, конечно же, оргкомитет. Красивые такие. Греются. Так, а здесь у нас что? Ух ты! Вот это да! А вот здесь вот в колуарах, я бы даже сказал, смотрите, лук, стрелы, мишени. Вот это да! Здравствуйте, телеканал Трофеи. Стрим онлайн идет сейчас у нас. Берем, стреляем, конечно же, интересно. Расскажите, это что? Что это за развлекуха? Или не, это... Развлекуха — это традиционные исторические луки. Я мастер, я сами их делаю. Здесь их представляю. Здесь можно пострелять. То есть все, кто придут, могут пострелять и потом приобрести лук и стрелы. Можно потом, можно сравнивать. И потом можно здесь, сравнивать. Здесь. Так. Очень интересно. Вот нам, кстати, пишут зрители из Херсона, что снег и ветер. Ну, ребят, мы все в одних условиях. Сейчас у нас Украину всю замело, а у нас здесь, знаете, вот на улице идет снег, а у нас... Но все-таки вот на выставке очень классно и мило. Так, ну что, рассказывайте тогда больше еще о том, что мы увидели о луках и стрелах. Это, в принципе, для развлечения или для охоты также? Ну, в Украине охота с луками и с арбалетом запрещена, поэтому можно сказать, что это или для развлечения, или для участия в соревнованиях, всяческих, так сказать, для души, для всего, по сути. Ну, хотя луки, в принципе, в Украине сделано натяжение больше 20 кг запрещено. Мы не делаем. 20 килограммов хватает вполне, чтобы, скажем так, уверенно стрелять на 20-30 метров. Спасибо большое. Пожалуйста. Да. А какой ценник, кстати? Если брать, то бюджетные, исторические, просто деревянные. Так, бюджетные. 1700 гривен. 1700 гривен. Да. Ну и выше. Дальше идет ламинированный, если исторический, вот будет охотничий лук. Пантер. Это так. Будет стоить 4000 гривен. А это 4000 гривен. Такой очень быстрый. Стоит 3-400. Скифский исторический 3-400. Тоже хорошо. Друзья, видите, на выставке много всего интересного. И с каждым разом, как я уже и говорил... О, сейчас даже будут стрелять. Сейчас, ребят, посмотрим. Так, внимание. Ну, я не знаю, как передался ли вам звук, который только что был, но впечатляет. На самом деле, просят показать оружие. Дима, чем вам это не оружие? Это шутка, конечно. Мы обязательно покажем оружие. Смотрите и следите за анонсами на телеканале Трофеи. У нас здесь на страничке в Фейсбуке. Мы обязательно будем показывать оружие, но не, я думаю, не в этот день, а завтра или послезавтра, потому что там еще готовятся спикеры, которые будут показывать и рассказывать о каких-то новинках. Мы об оружии не забываем и, безусловно, будем его показывать. Я думаю, что если сегодня это произойдет, мы анонс сделаем и проанонсируем. Ну а пока... Пока спасибо вам большое за луки. Видите, можно приходить. Скажите, пожалуйста, а с какого вот времени ребенок может уже? Есть уже детские луки, то есть если прийти на выставку с ребенком, то в принципе можно будет и с ребенком пострелять. С любого возраста. С любого возраста. Ребят, с любого возраста можно уже с ребенком идти сюда и спокойненько здесь как-то вот находить себя. Кому-то рыбалочка, кому-то, а кому-то и луки. Почему нет? Спасибо большое. Так. А чого, коли я був малий, таке не продавали? От я з вами згоден. Микола, ви знаєте, я з вами цілком погоджуюсь, тому що і в моєму дитинстві такого не продавали. Були якісь там пластикові якісь штуки-дрюки. І на тому кінець був. А тут дивіться, да, вже і до чого вже все дійшло. Так. Дима Мельник, буду завтра смотреть. Дима,
Спасибо большое, что вы нас смотрите. Конечно же, обещаю вам, что мы будем показывать по мере возможности все, что происходит здесь на выставке. Я обещаю, что к оружию мы придем тоже. Вот, опять же таки повторюсь, что просто сегодня именно честно, первый день, еще такая, знаете, суматоха, какая-то хаос небольшой. Вот, хаос небольшой, поэтому не все еще стенды-то уже готовы. Вот вы видите за моей спиной. Стенды красивые, стенды подготовленные, да. Но эксперты, консультанты еще не все доехали. Потому что еще, вы понимаете, какая ситуация. Вот сейчас я покажу очень тоже красивый стенд. Вот. Вот, красивый стенд очень. Посмотрите, как тут искусственный огонь. То есть понятно, да, что здесь представлено, какие товары представлены. Да, так вот, я хочу сказать о тех экспертах, которые не доехали. Очень плохая погода в городе Киеве и очень большие, просто неимоверные пробки для города, как принято говорить, миллионник. Это причина, может быть, кто-то и не доехал, поэтому мы пока не на стенде. Но у нас впереди еще 4 дня. Ой, девчонки, какие тут девчонки ходят. Ребята, сюда стоит приезжать из-за длинных ног, из-за красоты женской. В том числе. Так, я отвлекся, о чем я говорил. Так, о чем я говорил, о чем я говорил. А, я говорил, да, о том, что погода не ахти, поэтому некоторые не доехали, некоторые не подъехали. Но, тем не менее, просили оружие, в какой-то мере я исполняю вашу, так сказать, вашу забаганку. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Вот. Чем не оружие? Давайте подойдем, будем знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Алексей, телеканал Трофей, стрим онлайн, который сейчас идет у нас на странице. И, собственно говоря, кто вы и что вы представляете? Я представляю вот выездные лучные страйкбольные тире. Мы выезжаем по фестивалям, по корпоративам, дни рождения. То есть вывозим, ну это мелкий комплекс, а вообще у нас побольше, то есть в одном идет и лучные тиры, где полностью обучаем стрельбе из лука, а также страйкбольные игры, можем проводить страйкбольные игры, и вот страйкбольные здесь. Ага, то есть это все не настоящее? Это все, да, электропневматика китайского производства, они по весу и по виду абсолютно идентичны оригинальным образцам. Пистолеты точно так же, там подвижная рама имитирует полностью работу настоящего пистолета. В общем-то, вот так. Спасибо большое. Да, друзья мои, приходите, приезжайте на выставку Active Expo Fest. Здесь интересно. Я же говорю, что уже много раз говорил, что выставка растет. Выставка растет, стендов добавляется. И интерес у людей тоже немалый, скажем так. Здесь есть на что посмотреть, естественно, брендам есть кому себя показать. Ух ты, здесь даже есть вот, я вижу сейчас, видите, за моей спиной стоит красавец автомобиль. Бэха, что она здесь делает, я не знаю, но, друзья мои, обязательно будем узнавать. Сегодня только первый день, как я уже и говорил, первый день, и этот день мы, естественно, тоже, как и вы, так же и мы, только смотрим, только вникаем, что куда и что почем, кстати. Вот, но любителям автомобиля тоже, что это, почему она здесь, что она здесь делает, и никого, вы знаете, и никого рядом нет, что самое интересное. Очень интересного она такого. Ага, это, наверное, она просто в карбоне или в каком-то еще другом материале. Ага. Вот оно в чем дело. Знаете, такое ощущение, что она из какого-то мелкодисперсного асфальта сделана. И цвет у нее такой, знаете, мокрый асфальт. Мокрый асфальт, да. Что это? Не знаю, есть вот
Если такие брошюрки, мы обязательно возьмем и потом вам расскажем о том, что здесь делает эта красавица. Ну, очень интересно на самом деле, что она здесь делает, и никого, вообще никого нет рядом. Самое интересное. Ну что, а мы пойдем продолжим, пройдемся по самой выставке. Знаю, что в 15.00 на большой сцене покрытие «Раптор», да. Да. Очень интересное покрытие, тактильно очень такое необычное, как для автомобиля. Так, в 15.00 на большой сцене состоится какой-то очень интересный большой розыгрыш. Мы обязательно его покажем, обязательно, вот буквально через полчаса. А я, знаете, а вот я сейчас пойду и покажу вам одну так очень интересную тоже штуковину. Это такая, знаете, большую громадину. Вот в прошлые разы, по-моему, такого не было. Сейчас вот мы туда дойдем. Там, где, смотрите, лодки. Вон стоит просто катер. Вот просто стоит, загнали катер. Что это такое? Откуда это? Что это, откуда это и для чего это? Не знаем. Сейчас будем знакомиться, узнавать. Здравствуйте, друзья мои. Телеканал «Трофей». Онлайн-стрим прямо сейчас идет. Скажите, пожалуйста, кто вы и что это за чудо? А? Катер моторный «Атлантик Марин», производство Польши. Мы представляем «Червоную Колыну», яхт-клуб «Червоная Колына» представляет ее здесь, в Украине. Окей. Да, то есть можно и купить, или взять в аренду? Купить и взять в аренду. А какой ценник? Данная лодка стоит в эквиваленте 47 тысяч евро с опцией. Угу. А в аренду, если брать? Здесь зависит от того, насколько это, то есть по времени. Есть дневная аренда. Ну, дневная, давайте дневную. Ну, это в районе 5 тысяч гривен. 5-6 тысяч гривен на целый день. Да. Ух ты! А можно посмотреть, да? Что здесь внутри? Ох, класс! Вот это да, друзья мои. Здесь есть каюты. Я туда вот не полезу, потому что надо одевать бахилы. Но если вы видите, я пытаюсь показать вам это чудо. Там есть, в принципе, все. Я наберусь смелости и наглости, договорюсь на, знаете что, на завтра или послезавтра вы сделаете нам здесь отдельную экскурсию. Мы сделаем отдельный стрим, посмотрим, что там внутри, потому что вот у меня девиз по жизни. Я вот человек, вот, да, вот Леш, ну вот спросит меня: Леша, какой у тебя девиз по жизни? А я скажу: я вообще за комфорт. За комфорт в отношении, за комфорт в отдыхе, за комфорт во всем. А эта штука, в принципе, мне кажется, довольно-таки комфортная. Поэтому, ребят, не прощаемся, только, да, только все начинается. Да. Да, вот спросили здесь вот нас, как здесь цены. Ну вот смотрите, что касается ценовой политики на выставке. Здесь ситуация следующая. Вот, к примеру, мы подошли на флагман, да, на стенд флагмана. И там спросили у Жени Чертенкова, что же, как же флагман себя позиционирует здесь на выставке. У флагмана позиция следующая. Они не продают на выставке, в принципе. Ну как, они, конечно, продают, если захочешь купить, все продают, да, можно, чего нет. Но они, в принципе, больше ориентированы на то, чтобы продавалась в магазине, а здесь они просто представляют свою продукцию. Это вот у флагмана такая история. У других же, вот мы здесь общаемся, ребят, у них наоборот, они здесь выставились, ну, это касательно более, что ли, более мелких, не таких мощных, да, яхта суперовая, это да.
Завтра обязательно мы сделаем туда экскурсию, я переобуюсь, то есть, и туда, в ту яхту, обещаю, залезем и покажем вам изнутри. Кстати, и еще раз говорю, ребят, 4 дня выставки, первый уже, так сказать, свой экватор прошел, впереди еще целых 3 дня, поэтому, милости просим, приезжайте сюда, увидите это все, пощупаете все своими руками. Ну а те, кто не могут, ну, те, кто не в Киеве, кто не может, конечно же, следите за анонсами на телеканале Трофеи, за анонсами на наших страничках в Фейсбуке. И мы обещаем вам живые стримы отсюда. Сразу еще раз хочу сказать и отметить, что, друзья мои, немножечко простите нас, может быть, за то, что лагает, да, там эфир пропадает. Дело понятное, потому что выставка, очень много подключений, очень много гаджетов, которые работают. И здесь, как вы сами понимаете, ну, мы бы хотели, мы будем надеяться, что у нас ситуация с каждым днем будет все лучше и лучше в этом аспекте. Но уж не обессудьте, если что-то где-то у нас время от времени пропадает, то мы включаемся. Но все равно впереди у нас 3 более информационных дня. Вот сейчас в 15:00 вот здесь вот за мной на сцене будет происходить какой-то главный розыгрыш. Поэтому, друзья мои, оставайтесь с нами. Я сейчас ненадолго сделаю перерыв. Ну а встретимся в 15:00 или там или без 5:03, как раз перед тем, как будет здесь происходить на большой сцене у нас розыгрыш. В общем, следите за анонсами, смотрите телеканал Трофей, заходите к нам. О, это наши, да. Если громко и если кто-то ржет, это да, это наши. Вот, поэтому следите за анонсами на телеканале Трофей, следите за анонсами у нас на страничках в Фейсбуке. Ну и встретимся буквально минут через 10. А пока можете посмотреть, у нас есть еще камеры 360, что творится вокруг нас. До встречи, не прощаемся.